Итак, всем привет, дорогие друзья, с вами Глеб, и сегодня мы продолжаем наш забег модификации Мизери, и сегодня у нас последняя серия. Сегодня мы будем подводить итоги и, наконец-то, до конца выполним квест под названием «Логово кровососов». Да чё? Так, подходим к Сычу, значит. Продаем ему эти документы, получаем 2000. И закупим немного патронов. Патроны, вот они. Так, чтобы ему продать. Продать ему, как всегда, нечего. Ну, пока что особо-то и не надо. Такс, значит, вот что. Ложимся спать. Потому что лучше уж утром пойти на кровососов, а потом уже и займемся другими делами. Почему утром? Ну, естественно, лучше, если что, против кровососов сражаться днем. Их так более-менее видно. А это намного лучше, чем ночью, и все-таки погодка нас встречает не очень радостная. Ну ладно. Что скажешь, брат? Сразу берем, ставим маркер. Ой, лишний раз нажал escape. Достаем наш калаш и сваливаем на все четыре стороны. Так, конечно, не очень удачно, так скажем, слез, но как получилось. Как получилось. И долбанная стамина. Ну, конечно, мы с вами несем целых лишних, сколько там, 7 килограммов приблизительно. Плюс рядом еще кабан. Как-то бежит он очень весело. Возможно, отбился от стаи, но я не знаю. Да и, знаете, знать не хочу. Так, на всякий случай приглядываем за ним. Ну и также смотрим по сторонам. Не, вроде бы он на нас не собирается нападать, и вроде бы он нас не заметил. Так. Кабанчик. Так. Что это было? Это, скорее всего, был просто гром. Так, кабан. Куда он делся? Ладно, сваливаем. Отсюда. Блин. Если бы не стамина, все было бы куда прекрасней. Так. Так. Что я хотел? Что я хотел сказать? Увы, не помню. Но надеюсь, сегодня я все-таки не забуду подвести итоги, потому что выполнить квест — это одно дело, а другое можно случайно, ненароком, отчасти забыть то, в принципе, ради чего и последняя серия сегодня проводится. Сегодня мы с вами подведем итогу. Я постараюсь лично со своего мнения высказать плюсы мода, минусы, ну и так далее. Так, ну, чего хотелось бы сказать еще? Да вот, собственно, пока не знаю, потому что, ну, по сути, мы с вами должны, вот, я уже даже отсюда вижу антенны ВНЗ круга, но беда в том, что, помните момент, там на нас идут два кровососа, и в оригинальном сталкере Зови Припяти можно было спрятаться за какое-то это, ну, не знаю, как это назвать точно, но, в общем, за нашим баллоном с газом. Они нас не видели, проходили. Не знаю, как здесь. Здесь, возможно, такого стелса не будет, как было в оригинальном Зове Припяти. Увы, конечно. Ну, посмотрим. Может, еще это не убрали. Просто я помню тот случай с наемниками. Они даже издалека меня увидели и не стали даже спрашивать, кто я такой. И просто даже не предупредили, что, мол, наша точка, давай сваливай. Кстати, совсем забываем сохраняться каждые 5 секунд. Ну уж извините. Хотя сам себе плохо делаю, но постараюсь в следующий раз не забывать. Да, дождь, конечно, портит всю картину. Ну, потому что я, ну не знаю, просто уже рассчитывал более-менее на хорошую погоду. Ну, как всегда, рассчитываешь на одно и... Так, это кто там? Так, это кто там гуляет? Отсюда плохо видно.
Это могут быть и эти, и сталкеры, и долговцы. А могут вообще быть мародеры. Тогда нам вообще просто очень повезло. Ладно, пока что сохраняться не буду. Мало ли чё. Мне тогда совсем будет весело. Так. Ну, мы уже почти с вами дошли до точки. Слава богу, я еще карту Зова Припяти помню. Так, и это... Это сталкеры, походу. Но если по мне сразу не начали стрелять, то явно сталкеры. А нет, долговцы. Но тоже неплохо. Главное, чтобы были не бандиты. Или, по крайней мере, наемники. Так, жалко, что у меня нет ничего типа Геркулеса там или еще что-нибудь. На секунду мне просто показалось, что у меня есть Геркулес, но на самом деле его нету. Да, печально. Кстати, я помню, в оригинальном Зове Припяти здесь в сундуке, вот, если вы видите, не знаю, видите вы или нет, вот рядом с вертолетом, раньше лежал хороший пистолет. Я сейчас не знаю, есть он там или нет, но поскольку у нас с вами обычный плащ, я не думаю, что мы с вами залезем в эту чертову аномалию. Так, ну, в общем, настал момент истины. Сохраняемся. Так, вот, обновлено, установить газовый баллон. Так, устанавливаем газовый баллон. Крутим вентиль. Так, и ныкаемся. Надеюсь, прокатит. Так. Опа, нет! Так, как видите, стелс не сработал. Все-таки кровососы здесь нацелены уже на то, чтобы меня убить. Ну ладно, попробуем по-другому. Итак, есть одна идейка. Кстати, уже погода даже стала лучше. Круто. Значит, сейчас мы ставим баллон, крутим вентиль и сбегаем. Просто сбегаем. Если на нас бежит кровосос, естественно, отстреливаемся. Потому что с нашей-то стамины мы далеко не убежим. Так, готовимся. И побежали. Так. Я уже плохо стартанул. Так, смотрим внимательно. Смотрим внимательно. Блин, уже плохо то, что у меня стамина кончилась. Так. Сейчас кровосос может появиться, я уверен. Так. Идет, не идет. Странно. Если они меня нашли, когда я прятался, то почему они за мной не бегут? Да, какая-то странная модель поведения у данных кровососов. Я еще тут, как видите, с такой стамины тут бегаю, мучаю главного героя. Но все-таки я не буду пока что спускать глаз. Спускать глаз. А сам-то чуть случайно на лесопилку не напал. А там же зомби, как чего? Как летсплеев по Майнкрафту, блин. Оружие спрячь. Так, есть идея. Чтобы долго... Опа! Ого! А что это было? Почему я умер? Кровосос был далеко от меня. Логика мизери, блин. Блин. Вот почему я не сохранился тогда? Почему я не сохранился? Сейчас лишний раз бежать придется. Уже запинаюсь от этого. Просто, ну, серьезно, я не понимаю, как так получилось. Чёртова кровососа, блин. Еще их двое было, блин. Слушайте, я сейчас просто не удумеваю. Повезет, если мы снова на долговцев напремся. А так, побегут за мной сейчас кровососы. Мне показалось, или побежал уже один. Но, скорее всего, показалось. Хотя, мы уже с вами знаем, что они точно за мной побегут.
Это неизбежно, как сама неизбежность. Долговцы, где же вы, люди? Мои спасители. Мои спасители. Почему я с такой дурацкой выносливостью? Так, ну по сути, вот уже как бы прошло все это дело. Ну блин, я знаю, что они все равно появятся. Вот, долговцы, отлично. Долговцы, вы моя надежда и опора. Так, собака. Все-таки попал. Быстренько стимулятор, что ли? Вводи в себя. Так. Отработали. Нет, не отработали. Вот еще один бежит. Так, а почему я оружие не могу достать? А где мое оружие? Я его выронил. Тихо-тихо-тихо, ребята. Тихо-тихо. О, блин. Фух, блин. Слушайте, одни проблемы за другой. Так. Найдите мне этого кровососа, блин. Так, это свои. Хорошо, верните мне мой ствол. Все, спасибо. Так. Кровосос сбежал, нет? Сбежал, нет? Ребята, что вы молчите так? Вот он. Ребят, вы странно. Вы говорите, что его здесь нету, а он здесь есть. И стопудово он сейчас на меня побежит, да? А я, как всегда, не успел сохраниться. Вот он здесь. О, нифига себе, он полетел. Да, жалко, конечно, что не мы его убили, но все-таки. Все-таки с этим уже ничего не поделаешь. Дело сделано, кровососы мертвы. А мы с вами полечились. Так, стоп. Найти бы командира долго? Со всеми вопросами, командиру. Так, я ищу командира. Ну, здорово. Так, вот он. Так, чем сейчас занимаешься? Мне нужно кое-куда. Скадовск. Сколько? 5000. Грабеж, однако. И пошел дождь. Ладно. Что поделать? Что поделать? Ну все, осталось только обратиться к Бороде и... Вроде бы... А, не, еще не все с этим квестом. Еще надо, ну, встретиться с Глухарем. Ну, там будет одна загвоздка. Так, получаем 15 тысяч и детектор Велес, отлично. Итого у меня 21 тысяча. Так, а сколько будет здесь стоить что-нибудь такое? А тут еще дороже у него. А мой почтик 14 тысяч, офигеть. Да уж, проще свой починить. Так. Так. Иди-ка сюда. На водку. Сами тоже поем немного. Ну, в руки не дрожали. Все, покушали. Так, держи вторую. Это, чтобы работа спорилась. Угу. И теперь... Так... Что? Да не, я их бы застал, просто... Не знаю. Так, ладно. Сейчас немного не до этого. Офигеть, я даже у этого плащ не могу починить. Беда, однако. Беда. Кстати, можно продать свой детектор отклик. Он мне сейчас все равно не понадобится. Да что ты? Так. Продаем детектор. Где он? Вот он. Ну, заодно можно сигареты продать. Я не думаю, что я их буду использовать. Ой, на секунду показалось, что это косяк. Так, давайте-ка отдохнем, а потом уже с утреца пойдем встретимся с Глухарем. Так, 9 часов утра, как обычно. Все, спать. Эх! Посмотрим. Так, вот, видите, обновилось задание. Встретиться с Глухарем. Так, почему у меня жизни тратится? Не знаю, но надо бы поесть. И, кстати, дождь до сих пор не прекратился, блин.
Зараза. Эдакая. Так, разузнать, где глухарь. Ищу глухаря. Борода говорит, что он где-то... Чтобы я подходил к портовым кранам. Хорошо, борода, но перед тем, как мы уйдем, надо бы купить себе это. Да и немного патронов, как-то так. Так, поедим. Так, все, поели. И теперь можно отправляться на встречу с глухарем. Но, правда, как всегда, обычно бывает в таких моментах, не все так просто. Сейчас все узнаете почему. Ну, узнают те, кто до этого, естественно, не знал. Так, у меня почему-то сильно орет, так скажем, дождь. Просто прям гремит. Что я даже не знаю, хорошо ли меня слышно. Так, портовые краны. Да уж. Такими темпами я особо не доковыляю. Увы. Так, ну мы уже почти пришли, но... Как видите... Глухаря-то нет. Глухаря нет, и в этом-то вся и проблема. Сейчас поймете почему. Так, достаем фонарик. Видим труп. А труп Данилы. Причем, кстати, у которого неплохой ствол. Это что, кстати? А возьмем. Так, видим тремора, только здесь должен быть этот глухарь, но его нет. Что за бред? Я знал, что меня раскроют. У тебя, видимо, много вопросов ко мне. Спрашивай. Так, все это вот говорим. В итоге, ну, тут история какая-то прям, вот я бы не сказал, что она... Ну, она ошибка, как видите, с не очень хорошим финалом. В итоге погиб этот Тремор. Погиб глухарь. Погиб этот Данила. Так, наверное, многие не поняли, в чем прикол, почему Тремор застрелился, про что он такое говорил. Блин, тут все бы это взять, но я не знаю, сколько это. 9 килограмм. Ну ладно, все равно и так уже там перевес такой значительный у меня. Так вот, я постараюсь сейчас все рассказать, но только для начала поставлю на паузу, чтобы звук дождя особо так не нервировал и не давил на меня. В общем, в чем прикол? Тремор страдал такой болезнью, как гемоглобинозависимость, то есть ему не хватало крови. Поначалу он, когда был на большой земле, так скажем, принимал донорскую. Ну и потом он решил, так скажем, как-то постараться избавиться от этой болезни, отправившись в зону. То есть там типа условия там суровые. И что в итоге получилось? В итоге поначалу он держался молодцом, но потом все-таки, как видите, не получилось. И он начал, так скажем, пить кровь у сталкеров как-то вот их и выдавал это все за кровососов. Но Данила, так скажем, что-то прознал. В итоге он мочканул Данилу. Ну и, собственно, также глухаря, когда глухарь стал что-то вот узнавать про кровососов. Ну и, собственно, про Данилу. Ну, печальная история. Даже слишком. С очень плохим финалом. Кстати, а пушка-то неплохая. Даже состояние еще не слишком плохое. Я бы даже с ней побегал. А может, с ней побегать? Ну, правда, мы уже с этим бегаем. Да и у меня как-то денег не ахти, чтобы ее хотя бы до нормального состояния починить. Блин, беда. Ладно, давайте-ка уже поскорее дойдем до этого, до Скадовска. Кстати, сохранимся. Дойдем до Скадовска, расскажем Бороде все, что вот мы узнали. И если я не ошибаюсь, получим достижение. Что за достижение, я точно сказать не могу. Так, Скадовск. Прячем оружие. И отправляемся. Ну, точнее, уже дошли до Скадовска. Отправляемся, блин. Так. Ну, погодка действительно что-то паршивая сегодня. Даже как-то не в кайф.
Так, отлично. Давай быстрее восстанавливай стамину. Здравствуй, сталкер. Здорово. Так, рассказываем, точнее, ему всю историю. Так, 15 тысяч снова получаем. И достижение сыщик. Да, я не ошибся. Теперь, что теперь? Ну, подходим к этому. Новый медик. Ого. Я не знал, что тут нового медика добавляют. Круто. Эта скотина еще пожалеет, что сбежала. Прощай, прощай. Ничего, потерпи. Доктор сказал, уже через пару дней бегать сможешь. Пока давай отлеживайся, сил набирайся. Пригодятся. Эй, сталкер, к тебе вопрос есть. Да-да. Ну, это стандартный, кстати, я нашел Данилу, он мертв, убит покойным тремором. Кстати, потом у него можно будет взять миссию на Химеру. Не знаю, рискнуть нет. Ну что? Но все-таки. Хотя у меня, как сами знаете, плохая броня, но я не знаю. Надо попробовать. Так, продать я ему ничего не могу почти. Почти ничего не могу продать. Беда. Но только продадим это и вот это вот. Так, ну, борода, думаю, выкупит у меня, если что, стволы. Ну, раз не хочет покупать сыч. Так, лови это, лови это. А, не, это нам... Ах, тебе ладно, пускай будет. Так. Лови это. Да, что-то не шибко много дали. Ну, давайте-ка попробуем выполнить квест на Химеру. Я не знаю, правда, получится или нет. И что? Error. Can't find children of parent. Что за бред? Так, ладно. Сохраняемся. А почему он не хочет говорить про Химеру? А, во, с удовольствием. А, надо к 3 часам ночи, я чуть не забыл. Чуть не забыл. Так, если повезет, мы сможем сразу все это сделать. Ой! А, дурак. Дурак. А, ну, я не такой сумасшедший, чтобы спать, пока творится это дерьмо. Стоп, там так и написано или как? А, блин, не посмотришь. Так, надо сейчас перезапустить последнее сохранение и начать охоту. Так, сейчас попробуем по второму кругу. Так, уходим. А теперь, опа! Так, теперь, на этот раз... Блин, не то нажал опять. Теперь главное на этот раз действительно в 3 часа ночи подойти, потому что сами поняли, что произошло тогда. Случайно выбрал не то совсем время. Так, 3 часа ночи, вот. Так, надеюсь, сейчас все будет. Так, теперь спускаемся к тем двум. Я готов по... Как? Мы тоже только выброс ведь. А, как понять выброс? Сейчас выброс идет, что ли? Или что? Подожди. Так, какой выброс-то? Ну, мне даже ничего не сказано. Так, попробуем еще раз. Так, вот сейчас все получилось со второй попытки. Просто тогда мне не повезло, и, так скажем, ночью произошел выброс. Так, вот сейчас надеемся, чтобы все прошло удачно. Подойти надо незаметно. Нельзя, чтобы она нас хоть как учуяла. Так, вот сейчас опять стоит вопрос о стелсе, потому что, как видели... Так, что это было? Где-то пес, что ли? Или это Химера рычит? Так. Так. Если Химера, то мне конец. Так, стойте, подождите. Это серьезно, может быть Химера. Так, мы на месте. Где-то она совсем близко, блин, прям чувствую. Кто ее увидит, сразу бейте в голову. Близко подходить нельзя. Нюх у Химеры что надо. Он и во сне на полную работает. Там кто-то прошел. Я увидел, там кто-то прошел. Эй, ребят. Кажись, у нас проблемы. Ой, дождь. Ладно, надеюсь, дождь
заглушит наши шаги и собьет нюх химеры. Так, сейчас смотрим, где она. Ага, она на месте, отлично. Сейчас гранату ей надо бросить. Прям под нее. Убил, нет. А хрен его знает. Убил. Убил. Где ребята? А куда ребята делись? А, у ребят свои проблемы. Или нет? Так, ну химера мертва. Фак е. Так. Ну, это надо забрать. Раз такое дело. Спишь, тварь. Ну что, привет тебе от краба. Давай! Так, ребята, ну все. Мы свое дело сделали, возвращаемся. А ты не забудь заглянуть к зверобою на Янове. Скажешь ему, что раненая химера склеила ласты. И долю свою получишь. Все. Отлично! С первой попытки. Ну как с первой? Там, конечно, еще приходилось перезагружаться, чтобы взять квест, но все же. У нас все отлично получилось. Так. Здравствуй. Вот они, ребята. Так. Ну, с ним пока что не о чем поговорить. Так. О! ТОС. ТОС-34. Это мы возьмем. Да чё ты... Так, у меня есть еще одна мыслишка по поводу всего этого дела. Так, продаем Desert Eagle на этот раз. ТОС я с собой заберу. Все-таки на охоту. Так, у самого 37 тысяч. Блин, взять бы нормальную броню теперь можно. Точнее, можно. Так, патроны сколько? 600. Так, 1606. Так, сколько будет у него, например, стоить это? 40, 60, так. 20. Итого 22 тысячи. Ну, по-моему, лучше этот плащ. Что ж, целых 29. Ну ладно, посмотрим. Продаем. Так, и заодно закупились. Теперь давайте-ка ляжем, ну, поспать, что ли. Так, 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 так. Где-то 9 утра просыпаемся. Так. И нам бы не мешало, конечно, покушать. Так, только для начала. Раз. Два. Теперь. Где там у меня поднос с едой? Вот он. Так, отлично, поели. Так, только можно противогаз все-таки снять. Итак, теперь у меня иди, есть иди, не... кое-какие соображения. Интересно, тебе можно продать части тела мутантов? Так, кожа химеры. Ну, ее можно на себя присобачить, поэтому ее возьмем. Она, наверное, всяко лучше, чем кожа бюрера того же. Так, кусок мяса химеры. Коготь химеры. За него тоже неплохо дают. Коготь химеры еще один. Лист ткани нам нафиг сейчас. Ну, точнее, не, он может понадобиться там, по сути. Так, это что, универсальный зарядник? Для чего он у нас? Портативный источник энергии. Так. А, ну, все-таки у меня есть, наверное, да. Вот сигареты опять те же. Что это? Малый комплект выживания. Что себе содержит он? А, то есть здоровье восстанавливает, радиацию там уменьшает. Таблетки кофеина, выносливость. Так, надо потом попробовать их. Так, но все равно у меня тут перевес, как видите. Ну, продадим... Ой, господи. Продадим, короче, лишнюю эту. Точнее, не эту, а этот комбинезон. Ну, наш слишком потрепанный в дрободан. Надеюсь, борода такой купит. Так. А почему-то я, походу, не... А, я забыл продать кожу химеры и прочее. Ну ладно, сейчас здесь продам. Так, теперь у меня 42. Все-таки, чтобы еще им продать. А, даже продать нечего. Ну ладно. Будет чего интересного, заходи. Наш Скадовск всегда вместе. О, отлично. Сейчас у меня есть планы. Есть планы.
смотаться на аномалию котел. Не знаю, сейчас мне по... у меня, точнее, получится, нет. Помочь этим... Петрухе и Шива. Во. Посмотрим. Кстати, видите вы или нет, но из-за того, что угол обзора 90 градусов, как-то на тозе правая рука немного... Но, в общем, с ней что-то не так. Я не знаю, как это просто в здравом уме описать. Так, ну, что ж. Как-то вот так. Да, вот такой небольшой скриншотец. Так, кстати, видим стояночку. Там любят тусоваться бандиты. Да и вообще бандиты везде любят тусоваться. Так. Мне вот одно интересно. Остались ли эти двое? Так, сейчас увидим. Да, они остались. То есть цирк уехал, а клоуны остались. Да, и я что-то немного поспешил, когда хотел сказать, что... Или уже сказал, я не помню уже, что погодка хорошая. Уже, видите, потихоньку дождик начал капать. Так. Так, это что там? А это кабан, фу. На секунду после той химеры что-то, конечно, почудилось. Так, ну, химеру, конечно, слава богу, можно убить тем же способом, что и в оригинальном Зове Припяти. Просто взять, бросить под нее гранату и бдуш. Да. Это, слава богу, работает еще. Так. Не знаю, как вы. Но надеюсь, все-таки мне получится помочь этим двоим. Если не получится, то как-то... Получится... Получится. Получится не очень хорошо. Так, ну я думаю, можно спрятать ствол, хотя, кто знает, может, песики гуляют. А у меня тут еще ТОС-32, так вообще просто зашибись. Это лучше, чем... Ну, на мутанта, по крайней мере, это лучше, чем с автомата идти. Да и к тому же ближний бой. Только вот я не знаю. Тут еще, конечно, много чего можно было поделать на затоне, да и вообще, но... Все-таки надо еще будет как-нибудь подвести итоги. По всей проделанной работе, да и... Да и вообще. Да, извиняюсь, что я такой немногословный, но... Сегодня что-то прям вот как-то не получается. Так, ладно. Мы вроде бы как сохранились. На всякий случай квиксейв делаем. И смотрим на эту картину. Ну, поехали. Не боись. Давай-давай, вперед. Just relax and keep moving. Кстати, заметьте, у него костюм ученого на этот раз. Вот видишь? Я see? Говорил, your suit has handled it. Двигай дальше. Keep going. Handle. Ой, handle it. Да. Уж смотрим. Сталкер, помоги! Так. Окей, разберемся. Так, ну если мне сейчас жопа будет, то спасибо тебе, друг. Так, отходим. Так, на этот раз меня не сразу пришило все это дело. Отлично. Значит, жить буду. Но по аномалиям соваться особо не смогу. Увы. Только если по гравию аномалиям. Так, детектор отклик. Ну ты красавчик. Конечно, бывай. Я ему тут жизнь спас, а он мне отклик дает. Хотя у самого у меня есть медведь. Да уж, я на тебя еще эту аптечку свою потратил. Ну, зашибись. Так, надеюсь, меня сейчас никто не сожрет. Да, вроде бы нет. Ладно, тогда уж. Раз такое дело, давайте-ка возвращаться на Скадовск и там подведем итоги. Так, платейки, осторожно. О, блин. Да уж, помог сталкерам, называется. То есть я им там лез, рисковал жизнью, а он мне детектор отклик. Да засунь себе этот отклик в отклик. Дурачина. Блин, я надеялся, что он хотя бы артефакт даст, а то обычно так и было в оригинальном Зове Припяти. Ладно. Можно, кстати, попробовать сейчас пойти на земснаряд и там попробовать поискать артефакты.
Сейчас и это, в принципе, и сделаем. Хотя я не уверен, что получится, но кто знает. Так, для начала, где там эта штука? Так, нет, это не то. Где этот набор выживания или что? Нет, это не то. Так, где этот набор? Вот он. Вот он. Что я хочу сделать? Я просто хочу выносливость повысить. А, блин, у меня же Геркулес есть. Чё я туплю? Ну, заодно это пригодится в аномалиях, данная штука. Опа! Вы гляньте, а эти что тут делают? Ой. Что это было? А чё, выброс, что ли? А вообще, если подумать... Они куда-то побежали так. Так, достаем детектор. Ой, ошибочка. Ой, сейчас попробуем найти артефакты. Так, я уже один вижу. Так, ну это там. Так, кстати, зацените. Теперь у меня стамина более-менее. Ну, как более-менее? Меня еще успел эта дрянь покорежить. О, артефакт. Так, там еще один. Не знаю, рисковать нет. Давайте-ка засейвимся на всякий случай. Ага. Так, вперед. Вот он. Все, кое-что достали. Так, отлично. Фух, ну что ж, с проделанной работой. Все получилось как нельзя лучше. Так, кстати, заметьте, стамина теперь еще быстрее восстанавливается. Просто чудесно. Теперь мы с вами точно добежим до этого, до Скадовска. И при этом у меня два артефакта. Это куда лучше, чем какой-то дурацкий детектор отклик, который мне дал этот прохиндеец. Так, бежим быстрее. Блин, добежали. Блин, я даже не пострелял с этого, с тоза. Обидно. Но все же, как-никак. Как-никак, но мы свое дело сделали. Так, беги ты уже быстрее. Ага, во, я их вижу, этих двоих. Но сейчас мы поговорим. Хотя не, не поговорим. Необходимо передохнуть. Да кому нужен отдых? Отдых для собаков. Да, сталкер? Ведь так... А, это ты, походу, есть этот, один из прохиндейцев. Хотя, мне уже как-то все равно. Блин. Ну да, скорее всего, так и есть. Ну, привет. Так. Ну, здорово. Привет. Красная кровь. Через час уже просто земля. Через час... А, через два. Да уж. Так, ладно. Все, 28 тысяч. Ну что ж, давайте-ка подведем итоги. Итак, модификация Мизери. Модификация Мизери может понравиться тому, кто ценит атмосферу сталкера и вообще атмосферу этого выживания и прочего. Есть ли в ней новый сюжет? Для тех, кто ищет в этой игре новый сюжет, сразу говорю, его здесь нету. Здесь старый, добрый, оригинальный сюжет Зова Припяти. Стоит ли вообще эту модификацию играть? Тем, кто прошел Зов Припяти, стоит. Особенно для тех, кто много раз его прошел. Потому что здесь, во-первых, хардкор. Также эта модификация, да, понравится любителям хардкора. Значит, какие здесь есть плюсы? Сразу лучше давайте перейдем к плюсам и минусам. Значит, хардкор. Атмосфера, незабываемая причем. И что? Хардкор, атмосфера. Пару полезных фич, как для реализма, то есть там отдельные комплекты еды, стимуляторы, аптечки там вот так вот применяются, интересно. Сон видели там даже вот не сразу, ну то есть два раза нельзя лечь спать, надо подождать какое-то время. Фонарик, надо отдельную руку брать. Ну, много всяких фич. Минусы? Минус, естественно, отсутствие нового сюжета. Те, кто ищет новый сюжет, да, им, естественно, не стоит играть. Но если только чисто, чтобы вспомнить старый добрый сталкер. Если я, конечно, бы ставил оценку этой игре, я бы... Ой, игре говорю. Модификации я бы ей поставил целых 9 из 10.
Ну, как-то так. Вот это мое мнение. Значит, плюсы и минусы разобрали, итоги подвели. Ну, а с вами был я, Глеб. Что ж, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока. На этом забег завершается.